говорить, что очень, что в первый весенний день открыта выставка подарки к 8 марта. Я надеюсь, что много народу посетит это мероприятие и сможет приобрести для своих родных и близких замечательные подарки, очень приятные к празднику. Красный, потому что это цвет крови, белой воды. Кровь и вода дают жизнь. И вот эти два цвета обязательно символизируют весну. На Балканах, у румын, у сербов, у болгар, у молдаван и так далее, и так далее. Поэтому, приобретая сегодня сувениры, обратите внимание на эти два цвета, потому что они благопожелания к следующему году. В рамках воссоединения России с Крымом мы хотим представить вам нашу удивительную продукцию, полезную продукцию прежде всего, особенно в это весеннее время, да, когда иммунитет падает и когда действительно нужно людям себя поддержать. Есть сборы, которые можно попить всей семьей. И, например, такие названия, которые говорят сами за себя. Монастырский, царский, императорский. Что вот у нас здесь большой выбор продукции. Приходите, ждем. Традиционно в 9-й раз выставочное объединение «Сибел» проводит на площадях культурно-выставочного центра «Евразия» выставку «Подарки к 8 марта». Здесь представлено более 150 экспонентов, которые готовы порадовать каждого из посетителей своей замечательной продукцией. Очень яркая экспозиция завода «Гусь-Хрустальный», «Елецкое кружево», «Узбекский шелк», «Узбекская резьба по дереву». Очень забавная экспозиция музея тельняшки из Кронштадта. Представлена кировская меховая фабрика, сувениры с санкт-петербургской тематики. Мы пишем пейзажи Петербурга на молочном стекле или на стекле такого ручного проката. Ну, сначала расписываем там фон люстровыми красками, тоже облегаем. Это тут несколько обликов, от 3 до 5 бывает. И потом, значит, дописываем в технике «Гринтайм» и, ну, обрамляем вот такая настольная вещица. Она и с задней стороны видна, и с передней. Небольшой цех, в котором мы все вот это и делаем. Печи, шлифовальные станки. Занимаемся производством деревянной бижутерии уже более 15 лет. Ну, не так мы массово представлены на российском рынке, потому что мы из Крыма и только вышли на российский рынок. Наши изделия сделаны из крымских пород деревьев. Это слива, дуб, граб, ясень, абрикос, грецкий орех, чернослив. У нас в коллекции более 2000 видов изделий. Все делается, собирается вручную. Друзья, выставочная деятельность очень важная для жизни людей, промышленности. И здесь должен признаться, что 25 лет назад мы образовали выставочную организацию, а через 5 лет нам предложили преобразовать здание бывшей столовой политеха в выставочный центр. И здесь встал вопрос, а какая же целевая направленность должна быть этого центра. Если крупные выставочные площадки, Экспофорум делает промышленные выставки и форумы, то необходимость делать выставки для населения является одной из важнейших направлений выставочной деятельности. Мы знаем, что наши соседи Финляндия, Германия, очень много проводят этих выставок, где малый бизнес в основном и предприятия, направленные с продукцией для населения, организуют массовые выставки. Изготовители вот именно вот этого самого, это Ферсман Елена Баляни и я, Лебедева Наталья, у меня вязали. Ну, после того, как я перестала ремонтировать сюда, в Балтийском морском пароходстве, я занялась вот такой интересной работой. Занимаюсь этим с удовольствием. Очень благодарна Тихомировой Галине Петровне за ее внимание, за ее... Наши изделия носят, приходят, говорят спасибо. Ремесленники выращивают дома, кухонные. Большие комбинаты в шарнике делают.
тут в частном порядке и в домашних условиях. Женщины дома сидят и тут такие уникальные красивые ткани. Это все в деревянном станке, вручную. Карамельное мастерство в России известно с 17 века. Наши карамельщики славились перед зарубежными дипломатами при царском дворе. Когда приезжали разные иностранные делегации, они видели украшенные царские столы карамельными композициями. Это были цветочные композиции, разнообразные фрукты. И удивляли весь мир наши карамельщики такими изделиями. Во всем мире мастерством карамельным занимаются мужчины, потому что достаточно тяжелый труд. Надо тянуть карамель, которая много весит. И знаете, все время как заниматься испанкой. Картина составляет картон и ткань. Все выпуклые детали объемные, они выполнены из натуральной кожи, производственной окраски. Чистятся они пылесосом, потому что все объемные детали, они насквозь пришиты к картону. Свою работу повторить я не могу. По той причине, что энергетика, которую я вкладываю в каждую картину, она будет другая, если я ее буду повторять. Но иногда я начинаю картину с худшим настроением, а потом постепенно оно у меня меняется, и у меня картина преображается. Любовь и терпение, он мой помощник. Уже 40 лет прошел, мы неразлучимы со стеклом. Ну, иногда вопрос задают, кто кого больше любит, я стекло или стекло меня? Мне кажется, стекло меня больше любит, чем я его. Живописцем быть, учился живописи, но оказался стекло. Я стал душой художником. Я люблю этот мир, то, кто в нем живет. Я передаю через свое искусство, вот это стекло, любовь и все прекрасности. Вот, любовь и наслаждение. Стекло не просто так делается, а то, кто его надо одевать и оживить. Этот не просто украшение. Это отражение тоже души. Большинство мастеров даже, которые присутствуют здесь, мастера, умельцы, ремесленники, это женщины, которые не боятся трудностей. И вот это вечное стремление сделать что-то полезное, красивое, оно особенно, понятно, именно славянскому народу, русскому народу.